Тройное ДТП с пострадавшими. Сегодня утром на перекрестке улиц Никитина и Осадкина столкнулись сразу три автомобиля, в том числе и машина Росгвардии. В результате три человека получили травмы. А накануне под колеса авто в разных районах области попали пятеро человек. Трое из них погибли. Два ДТП произошли в Ленинском и Фрунзенском районах города. В первой аварии пешеход, переходивший дорогу на красный, отделался переломами. Во втором случае под колесами погиб 40-летний мужчина. В Петушинском районе в тройной аварии с большегрузом, «Газелью» и автомобилем «Форд Фокус» пострадал 5-летний ребенок. Вместе с мамой они переходили дорогу по зебре. Трагедия на дороге случилась и в Коврове. Там насмерть сбили женщину. Жизнь пешехода унесла и авария на дороге Владимир-Муром. Пешеходы, которые стали участниками данных дорожно-транспортных происшествий, не использовали световозвращающие элементы на своей одежде или в ручной кладе. Одно из таких происшествий зафиксировано в Судогодском районе на 50-м километре автодороги Владимир-Муром, где женщина, управляя личным автомобилем Toyota RAV4, следуя по указанной автодороге, совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без желания пересечь ее. Тем самым избежать наезда не удалось, и травмы он получил несовместимые с жизнью.